202. Лидер в рывке Ауримас Дисбалис начинает свое выступление во втором движении. Посмотрим, как он будет здесь себя сегодня чувствовать. Двести собирался начинать Александр Иванов, перенес выше. Сейчас, кстати, тоже могут засчитать подход Дисбалиса. Смотри, кто не выиграл правый локоть на повторе. Посмотри. Сейчас будет повтор. Сейчас засчитали ему все три белых фонаря, да, все нормально, но просто... С того барака просто было бы лучше видно. Видишь, здесь не видно, к сожалению. Видишь, он головой загораживает. Но его трясет, как говорится. И трясет именно в локтях, а не в плечах. Александр Иванов, Russian First Андрей, ну что ты меня так смотришь? Неожиданный подход на 205 Александра Иванова. Очень так хорошо на грудь взял, и груди вообще непонятно. Видно, или опять все-таки травма это. Надо что-то делать. Все-таки мы Александра Иванова воспринимаем как одного из представителей той группы надежды на Олимпийские игры в Лондоне все-таки. Да и мы тоже. Да. Тем более вес 205, то есть это не 220. И Александр Иванов не новичок на международных соревнованиях. Ну, посмотрим. Вторая, следом за Александром Ивановым выходит Андрей Диманов. Его выступление в рывке. Я думаю, здесь было не самое удачное. 170 только. Но он в борьбе, он в деле. Сейчас на 205 по логике должен выйти иранец. Диманов иранцу проигрывает 3 килограмма в рывке. Вообще, надо вот объяснить, что все-таки здесь по определенной системе будет победитель, да? Определяться. Здесь будет командное первенство еще дополнительно. Ну, и с другой стороны, все эти какие-то призы, которые в денежном эквиваленте, они будут разыгрываться по системе Синкера. Нет, по-моему, три человека, что я читал, три человека в каждой категории – это деньги. А, то есть по категориям? По категориям еще, да. А то обычно, когда я выступал на трех богатырях там, на турнире, конечно, была система Синклера. Подсчет, да. Подсчет очков, кто больше поднимет к мировым рекордам. Ты знаешь, на трех богатырях
Вообще российский опыт, он не такой большой проведение подобных соревнований. В предыдущие годы это были три богатыря. Как я понимаю, два турнира. 205 затолкал первым, вторым подходом Александр Иванов. За вертляки. Да. Поля все-таки за вертляки у Александра. Так вот, три богатыря, и это прошлый турнир в Салехарде был еще, да? Вот, Салехарде в Москве. Один из. Нет, было три богатыря два раза в Москве. И один турнир в Салехарде, да, за последние там, 10 лет. Но я хочу сказать, что вот это соревнование лучше организовано. Мне кажется, что это одна из самых больших проблем интереса к тяжелой атлетике из-за того, что только два турнира в году. Ну да. Ну же, еще многие тяжелоатлеты позволяют себе и их-то иногда пропускать. Там, рассчитывая под олимпийские циклы и так далее, и так далее. Конечно же, достаточно тяжело следить за турнирами, которые повторяются с таким большим интервалом. Вот Дисболис идет на 208. Сейчас говорю, достаточно странные результаты у Дисболиса. Он спорил с Димановым на универсиаде и проиграл Диманову на универсиаде. Но там результат Дидболиса 180 в рывке, очень неплохо, и 207 только он затолкал. А затем был чемпионат мира, где уже результат Дидболиса 173 в рывке, и 216 он сразу толкает. То есть вот такой диапазон. Поэтому насколько сегодня готов Дидболис, одному Дидболису известно. Вроде начинал он мало, 202 первым подходом, но сейчас 208 толкает. Не толкает. Но он вполне может попытаться и перенести эту вторую неудачную попытку. До Олимпиады остаются буквально уже счет пошел на дни. И еще будет чемпионат Европы в Анталии в мае, где можно еще будет как бы так вот показать себя. Ну вот знаешь, о тех же самых чемпионатах Европы в Анталии. Ты знаешь же прекрасно, что те, кто серьезно готовится к Олимпиаде, как правило, эти чемпионаты Европы пропускают. А те, кто внезапно, те, кто, знаешь, вот, переходят из юниоров сразу в призер и в победитель Олимпийских игр на этих чемпионатах Европы всегда выступают. Да. Вот есть как бы две такие категории, да? Это чемпионат Европы, да, самый такой по результатам слабый. С одной стороны, да, но иногда бывают результаты, которые сразу смотрят и говорят: «Господи, что бывает?» Помнишь турок, который потом выиграл Олимпиаду в 2004 году, который также практически неожиданно исчез, бросается в 85. Выскочила слава фамилия. Я очень хорошо помню чемпионат Европы 2004 года. Еще чемпионат мира бывает, да, после Олимпиады, когда все выступили. Ну бывает, что и наоборот, да. Да, бывает, двойная противофаза, знаешь. Есть еще чемпионат Европы после Олимпиады, тоже, кстати, которые все позволяют весенний. Все, кто на Олимпиаде выступал, и кто хорошо выступал на Олимпиаде, они, конечно, к этому чемпионату вообще не готовятся никогда. Для них эйфория полгода – это очень маленький период. А те, кто плохо выступал, наоборот, на этом чемпионате Европы рвут подметки, знаешь. 208. Аурисон Дисболис фиксирует третьей попыткой. Александр Иванов идет на 210 килограмм. Он проигрывает Дисболису в рывке. Плюс его собственный вес легче, нежели у
литовца Ауриса Дисбалиса. Так что вот если 210 килограммов Александр Иванов затолкает, то Дисбалиса он обойдет. Трехкратный победитель юниорских чемпионатов мира. Чемпион мира уже среди взрослых образца 2010 года Александр Иванов выходит в лидеры на Кубке президента Российской Федерации по тяжелой атлетике в Белгороде. Андрей Диманов имеет два подхода. Этот сезон для Андрея Диманова, казалось бы, очень успешен. Он впервые вышел на первые места не только на чемпионатах России, но и на международных соревнованиях. В этом году Андрей Диманов в Казани победил на чемпионате Европы. В этом году он выиграл Универсиаду. И сейчас есть две попытки у Андрея Диманова, который много проигрывает Александру Иванову по итогам рывка. 6 килограммов плюс разница по собственному весу. Попытаться выиграть этот турнир. 217, заявляет Диманов. Мы видели на чемпионате Европы в его исполнении 220 килограммов. 220 толкал Диманов на чемпионате мира в Париже. То есть все зависит от его сегодняшней готовности. Итак, две попытки. Штанга весом 217 килограммов для Андрея Диманова, который хочет быть первым. Андрей Диманов толкает. Сложно, но толкает. Андрей Диманов толкает 217 килограммов. Как полгода тому назад в Казани. Радуется победе на этом турнире. Три турнира выиграл в этом году Диманов. Молодец. Молодец. Попоролся. Если много раз злые языки говорили Диманову, что ему в борьбе выступать тяжело, сложно, что в борьбе он не выдерживает. И предыдущие его выступления, хотя он был в призах дважды на чемпионатах Европы до 2011 года, но на чемпионатах мира бывал не раз, но до медалей доходить ему никогда не удавалось. Но этот сезон особенный. Если бы не чемпионат мира, где в конечном итоге Диманов с результатом 178 и 220 занял 6-е место. Вот если бы там Диманову еще удалось в этом году подняться выше, было бы вообще замечательно. Вот Николай Колесников, олимпийский чемпион, тренер Андрея Диманова. Слева, справа главный тренер национальной команды России, также олимпийский чемпион Давид Адамович Ригерт. Что будет делать Андрей Диманов? Он отказывается от третьего подхода, да? Судя по табло. Пора. Подписывает, уже подписывает протокол. Не протокол, а необходимость идти на допинг-контроль. Да. Сразу после награждения этот турнир международный. И здесь все правила проведения международных турниров соблюдаются. Допинг-контроль, представляющий Международную федерацию тяжелой атлетики, прибыл в Белгород наравне с другими официальными лицами и судьями.